Всем большой привет! Рада вас видеть у себя на канале. Я к вам опять с покупками. И эти покупки я опять сделала в магазине «Стичинка». Мне очень понравился этот магазин и обслуживание. И, конечно же, хочется возвращаться и снова делать какие-то покупки. Перед вами вот такой пакет. Наши заказы оформляются в яркие, красивые пакеты. Кстати, в этих пакетах очень удобно хранить различные материалы нашего рукоделия, что я и делаю. Ну и вообще он радует глаз, он такой яркий, красивый, очень качественный. Ну ладно, не о пакете сегодня будет речь, а о заказе, о моих покупках и то, что я сегодня заказала. Я очень и очень долго об этом мечтала. Можно так сказать, года два я думала, мечтала, планировала. Ну вот, наконец-то я нашла эту возможность и выполнила свою мечту. Давайте я открою этот пакет и сейчас вам все покажу. Ну, в первую очередь в каждом заказе можно найти вот разные такие открытки. Лена вкладывает и подписывает их собственноручно. В этот раз мне она даже подписала на английском языке. Да, очень интересно, прикольно. Открыточки. Яркие, красивые. Также есть визитка, чтобы мы в случае чего могли сразу связаться с магазином. Все данные. Ну и переходим к наборам. Итак, это наборы Meal Heal. Да-да. Я столько раз видела отшивы наборчиков Meal Heal. Смотрела, как это красиво получается, как это интересно, какие у людей эмоции, восторги. Ну и, конечно же, мне тоже хотелось попробовать, но, как мы знаем, наборы Meal Heal, они не из дешевых. И это маленькие наборчики, поэтому всегда перебивали более такие большие наборы. А Meal Heal у меня все откладывался, откладывался на потом. И вот в какой-то момент я просто уже не выдержала, думаю, ну что же все на потом, надо взять и сделать заказ, порадовать себя, попробовать, узнать, понравится мне, не понравится. Хотя я уверена, что понравится, поэтому я решила, что нужно просто вот купить уже несколько наборчиков и себя потешить, порадовать. Вот, изначально я шла за другим набором. Мне хотелось приобрести что-то из классических, знакомых нам дизайнов, но когда я увидела ассортимент, глаза разбежались, и все мои предыдущие планы порушились. Я стала набрасывать себе в корзину то, что мне нравится, потом сортировать. В общем, такой был долгий, мучительный процесс, но быстро все равно я определилась, потому что у меня собралась такая сюжетная линейка, и плюс в том, что все было в наличии. Это очень здорово. Ну и так, покажу поближе первый наборчик. Размер его 18,4 на 18,4 сантиметра. Это вот такое дерево, называется Grow. Я не знаю, как точно и правильно перевести. Я знаю, что это рост, да, как бы, ну, процветание, можно сказать, рост. И здесь изображено такое дерево стилизованное. Есть луна, солнце. Мне очень нравятся два этих символа, день и ночь. Да. Дерево у нас цветет и плодоносит одновременно. Внизу различные цветочки, травы. На заднем плане лес. Очень красивая картинка. Укомплектован этот набор перфорированной бумагой. Видна схема. Два пакета с бисером Meal Heal. Ну и, конечно, посмотрите, какая большая косичка с ниточками. Ниточки такие, ну, преимущественно присутствуют зеленые, сине-сиреневые цвета. Немножко есть красных. Больше такие приглушенно-природные, красивые ниточки. И также представлены еще некоторые дизайны. Мне очень нравятся и эти дизайны на кухонную тематику. И опять же моя луна и солнце. И домик. Очень красивый тоже набор. Я хотела и его купить, но как-то уже бюджет я решила, что пока хватит. Называется
Cherish Family. Я не знаю, как переводится, но картинка говорит все сама за себя. Все очень здорово. Так, значит, вот это основной набор дерева. Сейчас вы все поймете, почему он основной. Потому что к нему в пару идут два вот таких набора. Это луна и солнце. Давайте по одному буду показывать, чтобы не отсвечивало стараться. Life by the sun. Жизнь под солнцем. Размер работы 12,7 на 17,8 сантиметров. Здесь мы видим вот такое солнышко стилизованное. Смотрит куда-то в сторону с таким большим интересным носом. И дерево на заднем плане. Или можно так сказать, как бы смотрит в сторону дерева. Почему для меня это одна сюжетная линия? Ну, посмотрите, здесь у нас тоже есть солнышко и дерево. И здесь солнышко и дерево. Можно так сказать, что это мы смотрим на дерево сейчас спереди. А это как смотрится с обратной стороны, что вот солнце и сзади дерево. И в такой же стилистике у нас луна, life, love by the moon, а love, а здесь love, здесь любовь под луной, а здесь life, а здесь жизнь под солнцем, ага, вот так. Очень красивая луна, мне кажется, получится, она расшивается бисером, может быть, там есть какая-то золотая ниточка, почему-то мне кажется, что она должна блестеть. Также есть половинка дерева, видите, и две звездочки. На заднем плане есть домик. Вот. И для меня эти сюжеты должны быть находиться вот так, чтобы дерево совмещалось. Ну а в центре должно быть вот это дерево. Так. Мне кажется, будет очень красиво, когда все вышлится, оформится. Так, как у нас укомплектованы наборчики? Здесь у нас уже лен вот такого красивого шоколадного цвета. Ниточки очень яркие. И такой большой достаточно пучок ниточек. Также есть бисер. По-моему, два пакетика. Ну, конечно же, схема. Здесь представлены другие дизайны. Ну, тоже очень интересная стилистика. Мне нравится. Такое солнце. И луна. Здесь тоже шоколадного цвета лен. Точно такой же. Ниточки. Видите, здесь и темные, есть и голубенькие. Интересный зеленый цвет. Вот такой вот салатневый. Бисер два пакетика. И крупный, меленький, разный. Ну и здесь тоже вот представлены точно такие же дизайны. Вот такая у меня покупка. Я вообще очень рада и счастлива, что я наконец-то решилась и приобрела эти наборы. А когда буду вышивать, не знаю. Вы знаете, когда заказывала эти наборы, я думала, что я прям мгновенно сразу получу и буду вышивать. Так как у меня руки чесались, очень хотелось приступить и попробовать. Но теперь у меня столько всего уже началось. Столько процессов, голова просто идет кругом, не знаю, за что хвататься, время оно-то ограничено, и, конечно, я сейчас не начну сразу эти наборы, пусть они пока чуть-чуть полежат, порадуют меня, но я в любом случае найду время и вышью эту серию, мне кажется, вот это все оформится, это будет очень красиво, очень классно. Может быть, я чуть-чуть попозже куплю себе вот этот домик, чтобы у меня была такая, скажем, полностью уже серия дерева, домик, вот это вот луна и солнце. Ну, вообще классно. Вот такие вот у меня мои покупочки. Я рада была с вами с ними поделиться. Желаю вам хорошего настроения. Ну и, конечно же, до новых встреч. Всем пока-пока.